Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Шестой день. И забираем свою награду. 15 тысяч монет и 10 кристаллов. Так, новое задание. Это, видимо, обновилось. Так, сделай 5 поворотов, маневр на автобусе. Не хочу я на автобусе. Блин, на мотоцикле. И выиграй 5 гонок. Сундуки, давай открывать. Здесь ничего хорошего для нас не выпало. Посмотрим, что тут. Для моноколеса это все не то. Давай дальше смотреть. Так, редкая. Ничего нормального не выпадает, ребят. Ну, это еще пускай будет. Все, да, получается. Так, на событиях в команде. Так, вон зад, имеешь в виду. Так, вступил в команду, вышел из команды. Нет, Денису кто-то просто так дал второго лидера, а он взял их всех кикнул. Это что такое, ребят, тут происходит? Я не могу понять. Так, Дениску понизили. Потому что я уже устал, ребята, слушать по поводу того, что Гонза. Надеюсь, Гонза у нас не лютует. Ребята, пишите, если кто-то лютует или не лютует. Так, Лайт. Ну что, будем надеяться, ты в адеквате? Слушай, подожди, а почему так много... Почему так много лидеров? Я не могу понять. Чё это я не врубился? Это что за дела? Странно. Это что за команда-то у меня тут? Я не могу понять. Очень интересно. Ладно, ребята. Я не знаю, что тут происходит. Активность участников. Ты извини меня, как может быть активность участников 9 километров, 6, 4 и 1 километр? Непонятно. Почему мне пишут ребята, что вы их кикаете, а на место них какие-то вообще не могу понять, кто это вообще такие тут у нас стоят. Зашибись. Теперь я буду все это дело принимать, решение тогда, в таком случае. Так, ладно, ребят. Сейчас мы отвлеклись маленечко. Короче, сегодня попробуем добраться до 40 тысяч кубков. Так, готовимся к следующему сезону, говорят тут. Все, поехали. А, кстати, вы сказали взять ККМ-ку, да, купить. Вот ее, за 100 тысяч. Ну что же. Без выбросов, отсутствия безопасности, освоим многоуровневую систему надува этого электромобиля. Берем. Повышаем бесплатно сразу же здесь. Так, и погнали. По чуть-чуть будем ее прокачивать. Постепенно. Так. Окей. Какая мощность 37? Разблокировали слот. Так, ну с колесами, наверное, не знаю. Вот батарейку. Батарейку, наверное, надо тут прокачивать. Причем очень-очень хорошо. Даже надо прокачать ее. И попробую я ее не на гонках, а, скорее всего, просто на событии. Ну, на, я имею в виду, на обычной езде. Так, что там у нас по деталям для нее есть? Тут можно бесплатно, дофига чего можно бесплатно прокачивать для нее. Да. Ну, допустим, поставим
А зачем ей крыша-то? У нее вроде бы и так крыша есть. Вот это вот. И, наверное, вот так вот я сделаю. Все, пускай ККМ-очка у нас потихонечку будет прокачиваться. Ну, а я пока пошел на темные дороги. Да-да-да-да-да. Ну, тут, как всегда, мы... Опа! И первое место. Замечательно. Ну что, погнали дальше. Плохо, плохо я стартанул, ребят. Ох, вот это было... Это было грубо. И не круто, не шиша. На колеса. Тут главное приземлиться на оба колеса, и тогда будет счастье. Так, а эту ККМ-ку все-таки... Ой, ККМ-ку, этого ролику обогнал, который там гнал. Я видел, что он хотел меня обогнать, но ничего у него не получилось. Так, там вертушка у нас что-то... Оу, вертуха меня обогнала, прикинь. Ох, ёк-макарёк. Что же это происходит-то, а? Виктор, все-таки первым. Я первым, ребята. Да, мы хотели шмотки поменять. Верно? Верно. Так, ну что, здесь мы открываем с тобой этот сундучок замечательный. И погнали на следующую гонку. Но вначале поменяем вид. Какой бы ему взять видок? Такой ковбой. Типа ковбоя. Ковбой-шахтер. А вот эту шапку я не носил, вот. Надеем ему эту шапочку. Опять же, в руки только флажок придется дать. И... О, в носках, пускай бегает, ребята, в носках у нас. Поехали, он мне чем-то напоминает по картинке Гулливера. Не знаю, почему у меня такая ассоциация. Йоу. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Отлично. Влетел на финиш. Все прекрасно. Там чувак с крылышками, кстати, если ты не успел заметить. Ну, я имею в виду ролейка вторая. Там была с крыльями. Ай-яй. Тут главное приземляться на оба колеса, и все будет окей. Так, выиграй 5 гонок. Завершили мы это с тобой задание. То есть наградку можем уже смело забирать. Вот сейчас было плохо, ребят. Не на два колеса я приземлился. Сейчас неплохо, но... Во! Пошел процесс. И финиш. Первое место, 9 очков. Задание завершено, говорят мне. Забери свою награду. 3000 монет. И еще 2750. Сделай 5 поворотов. Да как ты их сделаешь-то? Их просто так не сделаешь. На пустом, я имею в виду, вместе. Их надо покупать определенный этот агрегатик, который... Ну... Ну, тут все, ребят. Когда вот такие вот... Ёк-макарёк. Он что, знает, что здесь такая трасса? А чё же ты прогулку-то свою не врубил? Нифига, меня спортивная фигня обгоняет, прикинь? Ё-моё. Давай. Отлично. Так это что, длинная гонка, что ли, у нас получается, или что? Точно, длинная гонка, где у нас... Где у нас закончится бензин, блин?
Так, сейчас она будет вылет и, в принципе, финиш. Ну, эту трассу я же практически наизусть запомнил. Фьюх, нормально. Так, давай откроем, посмотрим, что нам здесь. Так, магнит, ускоритель, фляг. Кто-то мне писал в комментариях: Рэй, автобус лучше всех. Но вот по поводу автобуса я очень сильно сомневаюсь, что он лучше всех. Что бы вы мне... Вот как вот здесь вот можно было бы так обделаться, а, ребят? Ну, нет уж, давай понизу. Вроде крыши нет, должен бустовать, как не знаю кто. Но нет, ни шиша не бустует. Ладно, второе место, согласен. Но я там сам виноват. Я врезался. И, соответственно, там очень много потерял времени. Ой. Видишь, кто-то, видимо, знает уже эту трассу и знает, где надо притормозить, а я вот не знаю, например. И вот так вот у меня получается. Ну давай, еще этому дизелю проиграем. Нет, дизелю мы не проиграем, это уж точно. Дизелю мы проиграть не обязаны были. Приземляйся на оба колеса. Вот. Блин, опять? Ладно. Ты посмотри. Ну вот, ребята, ну ё-моё, ну... Не знаю, как он там умудряется. Ехали... Там видел, в конце начал вот носом бурагозить. Так, второе место. Хотя машина прокачана по полной, ребята. Не забываем об этом, поэтому тут уже такие отмазки не прокатят, что машина. Единственное, что да, может быть, не те стоят ускорения, там всякие нитро, фигитро и тому подобное. Я говорю, ускоритель монетный бы иметь. И плюс этот сам магнит. Ха-ха-ха, блин, как вот он так сделал, ребят? Ну как он так сделал? Я не понимаю. Он просто перелетел. Я там еле-еле забрался, а он перелетел. Возможно, на крыльях летел. На крыльях любви и счастья. Фиг ее знает. Как еще? Как он тут еще может? Давай. Тут главное не перевернись. Нормально. И финишируем. Так, последний заезд. Кто-то пишет в комментариях там: а мне надоела эта игра. Ребят, ну если вам надоела игра, вы можете ничего не смотреть. Я же вас не заставляю ее смотреть. Верно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я вытворять начинаю? Все-таки приехал, там какие-то запчасти полетели, но я приехал первым. Фух. Так, открываем. Потому что я уже говорил, что браться за новые проекты, ребят, ну, это очень сложно. Это я еще пока в отпуске могу себе позволить играть. А когда я пойду, выйду на работу, уже будет намного-намного меньше, поверь мне, времени во что-то здесь дрынкать. Так, ну тут, слава богу, первыми приехали. Сзади ККМ-ка была. ККМ-ку лучше тестить, естественно, ребят, когда она прокачана понт. Потому что сейчас ее, ну нет, понта вообще брать на события, на вот эти соревнования. Ну фиг ли, если ты... Ну, ё-моё, ребят, ну это все. Она и туда не заехала, и... В общем... Трындец, последнее место, да, короче? Ну да, последним. А, нет, третьим. А кто-то, видимо, разбился, наверное, да? Я ненавижу эту трассу.
Почему-то трасса вот эта вот, завод этот с роботами. Вот где вот он, объясни мне. Он, кстати, не так часто попадается нам. Вот в основном вот это вот, вот это чаще выпадает. А с роботами не шиша. Ну, я имею в виду фабрика этих роботов. Первое место. Окей. Так, мы с тобой здесь уже сундучок собрали. Так, здесь. Оу. А у нас кубок аллигатора, друзья мои. Твою ж налево, босс Никита. Давай смотреть, он на чем? Он тоже... Блин, он с монетным ускорителем, ребята. Но ведь это нечестно. Он сейчас будет меня, конечно, обгонять. Ты посмотри, и как назло тут монет везде. Ладно, первая гонка я выиграл. И как назло ему монет там везде подкидывает, понял? Зашибись. Старт-то какой дешевый. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ну, блин. Все, ребят, он на ускорении помчался. Он собирает монеты. Он по дну пошел. Первый, хух. Прикинь. Все, короче, здесь победа за мной, ребят. Даже если он сейчас займет первое место, это ровным счетом ему ничего не даст. Почему? Потому что у меня уже две победы, а у него всего лишь одна. Будет. И то, если будет. Вот опять я схандрил. Никиту аллигатора я сделал в сухую. 3-0. В мою пользу, естественно, ребят. Так что... Пускай там плачет сидит в сторонке. Никита. Так, сундук, ребята. Оу-оу-оу. На Хилклим дали вот этот форсаж. Новый костюм клоун. Ну что, я думаю, наверное... А можно попробовать вот до сюда доехать, забрать эти самоцветы. Никто не будет против, надеюсь. Погнали. Я на этой ролике только и делаю, ребят, рекорды. Раньше делал на дизеле. Ого. BMX какой-то там. Все. Это фиаско, брат. Это фиаско. Да. Самый последний. Не знаю, эти трассы нужно запомнить. Если ты их запоминаешь, все, ребят, тут никаких проблем нету. Я уже в этом убедился. Если хоть более-менее что-то знакомое попадается, и ты знаешь, как, где снизить скорость, где прибавить, то все на изи. Но как только ты вот начинаешь куда-то врезался или еще что-нибудь, то все это, пиши пропало. Ну, видишь, вот тут всех я обогнал. Как это понимать, не знаю. Возможно, то, что еще очень хорошо финишируешь. Ну и плюс вот эти вот всякие преграды объезжаешь. Замечательно. Так, я помню эту. Тихо ты. Фига он там залетел, этот Вилпис или кто он там, я не знаю. Но он там что-то забуксовался. Я не знаю, что с ним произошло. В общем, я его сделал. Прям на финиш, ребят. Так, тихо. Окей. Эту я помню. Эту я трассу, слава богу, помню. Эти спуски вечные. Да. Фух. Первое место. Первое, ребята, место мое.
Почему-то на релику, ну вот совсем, ребят, не жалуют подарками. Именно. О. Тут главное вот так вот. На два колесика приземляться. И будет тебе счастье. И будет тебе счастье. Почему-то у меня машина опять начинает ехать на заднем колесе. Хотя я не ставил себе эту ускоритель колеса. Ты видишь, как ее подбрасывает? Куда, где дорога? Нормально. Отлично. Шикарно. Ну, я думаю, что здесь я первым прибуду. Да, приехали первыми, отлично. Так, еще последняя гоночка. Давай не оплошаем. Там что, у кого-то попрыгульки, что ли, мне кажется, не? Все пошли поверху в то время. Оу, щет. Да что это? Вот это да, ребята. Хорошо, хоть первым остался. Но такого тупизма я давно не помню. Вот так вот взять, врезаться, перевернулся, ну и, короче, разбился он по итогу. По итогу он взял просто и разбился. Давай вот. Что ты, блин, вычудиваешь-то, а? Что там сзади какой-то расколбасник такой, видел, ехал там, бум-бум-бум-бум, дергался, как дергун. Да, на мотоцикле тут вообще, наверное, по... Именно в горах на мотике, мне кажется, ну это нереально. Хотя, черт его знает, реально, нереально. Ну, ёпр. Ну, все. Все, ребят. Фиаско. Там кто-то разбился, я смотрю. Еще один разбился. Не выдержали бездорожье. Поехали. Опа. Че это такое? Я в шоке, что я там вытворял. Но это было круто. Это было круто. Я по самому низу проехал и всех выиграл. Погнали далее. Кубок шахты у нас. А, кубок шахты. Слушай, давно не было этих аттракционов, кстати, не заметил? Оу. Давай. Нормально. Давай вот здесь так проедем. По-тихому, по тихой грусти. Да? И все отлично получилось. Фига он там расписной. У него форсаж. Че там только нету? Видел, машина вся упичкана. Паршивый старт был. Пропустил я момент истины. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. Не разгоняемся. Тут тоже прекрасно все. И последняя гонка. Давай-ка сделаем. Тьфу ты! Передержал, друзья мои, кнопочку. Да блин, ну... Лучше бы ты уже шею себе свернул, я не знаю. Ладно, третий. Но по итогу все равно первый, да? Да. Фух, так, мы еще не доехали. Мы еще не доехали, но обязательно сейчас доедем. Нагорный кубок. Опять у нас где-то в горах.
Но видишь, гора горе рознь. Есть горы просто поверхностные, да, где ты едешь, в принципе, без проблем. А есть горы, где... Оу-оу-оу. Ну и выбрал я себе путь, блин. Да, друзья, это что такое? Это что я выбрал? А, не, ну все нормально. Как ты еще финишировал первым? Че, я самый хитрый, что ли? Или у меня свой какой-то определенный финиш наверху был? Блин, ты посмотри, а? Там какая-то ролейка меня обгоняет. О-о-о, все, 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 все. Все, ребят. Не. Потренируюсь, что ли, пока. Ну вот объясни мне, вот как тут можно взять? Ну это я фиг знает, как получилось. Последним. По итогу вторым, ну. Да ты серьезно, что ли, блин? Так, а это у нас трасса Билла, что ли? Не? Да блин, ну что без форсажа-то? О, форсажик был. Тягач, ты прикинь, тягач мне... Как? Какого лешего произошло? На финише сдулся, как ребенок. Это что еще? У меня нет слов. У меня нет слов, ребята. Это что такое было? Еще раз повторяю, я не понимаю, что происходит. Почему машину, блин? А-а-а, так правильно, он с нитро, они едут. Вон, ты посмотри, у него там нитро. Ну, я имею в виду именно у этого. Да тут уже все равно, даже если я первым приеду или вторым, по итогу я все равно самый последний. Вообще, отъезжаем назад. А вот, ребята, и диверсии, про которые я говорил. Я говорю, аттракционы, давно их что-то не было. Вот тебе и аттракционы. Не хочу я туда идти. Ё-моё, я не... Я засмотрелся на чужую машину. Пока он там... Давай не будем, блин! Ну вот и все, ребят. Вот и преимущество все растерял. Врезался в эту парашу, блин! Верхнюю и все. Короче, что-то на смарку все пошло, ребят. Сейчас еще не хватало нам проиграть вообще и откатиться фиг знает куда. Засмотрелся не на свою машину, понимаешь? На синюю, блин. Вот на эту вот, блин. Опять за свою, а? Димасик какой-то. Ну, влетай. Есть. Тут мы выиграли. Да, такая трасса, блин, поганенькая. Поганенькая, ребят. Давай ты уже. Фу ты, блин. Опять же это все перед финишем. Ну ё-моё, ну ребят, ну чё я там, каким я приехал? Первым. На самом деле я не пойму, как они распределяют. Потому что у нас у всех троих было 5 очков, почему тебя ставят первым.
И ну, тут нормально. Тут мы даже эту баги сделали. Баги мы победили. Вот, вот это вот. Не знаю, кто он такой. Тулстер какой-то. Тостер. Угу. На короткой дистанции более-менее уже приноровился. Как он так стартует-то? Не понимаю я. Он прям с места рвет. И у него такое ускорение супер-пупер офигенное, что он с места так подрыв делает. Ну, вот, взяли наконец-то. Тут 30 и тут 60. Итого 90 кристаллов. Так, ну ладно, этот мы с тобой так откроем. А этот зарядим. Ну что, друзья, на этом на сегодня я буду закругляться. Хотя можно было бы вот этот эпический, наверное, открыть, да? Лучше всего вот этот. Вообще было бы круто. На этом я буду закругляться. Ого-го-го, прикольный костюм. Не, в натуре прикольный. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.